Я вижу, Райан Купер уже проснулся. И специально для тех, кто считал его выскочкой, он пригнал сюда Subaru VRX STI. Да, это груз для тех, кто любит поковырять под капотом. Как я уже тут говорил... С таким составом водки будет просто фантастически. А за что же я буду сейчас еще сегодняшний выпуск «Супер Бомж» участвует перспективный новичок по имени Райан Купер.
нужно. Нужно. Плывет? Вижу, так эти сады из-за ты взглавишь. Эй, Таки, пожалел бы детишек. Когда так эти садится за руль своей F-15, он... Да, вы не должны смотреть места.
так быстро, как только можем. Поверьте мне, эти ребята сделают все здесь.
Вот это дивизия! Райан Купер точно не в восторге. Да, он только что отправил на сралку отличную GT. Стыд и позор. Сколько бы у тебя ни было лошадей к капотам, к ним должны прилагаться голова и руки. Трек ошибок не прощает. И теперь только два...
вечер. С каждым годом нас становится все больше и больше. Сколько вас тут сидит? 8? 10? Я работаю здесь уже 10 лет. Я помню времена, когда на Super Promotion собиралось едва ли сотня тысяч. Мы тогда сами таскали генераторы, носились по округе, следили, чтобы все прошло как надо. Все оборудование возили в грузовиках, и в случае облавы просто бросали. Веселое было время. А вот и он! Только посмотрите, Райан Купер разбрасывает противников как кегли. Мне кажется, что для него это слишком просто. Он-то, конечно, другого мнения. С другой стороны, возможно, он просто не понимает, что такое суперпромоушен и гоняет так, как будто у него на хвосте. Ah!
хотели посмотреть настоящие гонки, вы их увидели. Обратите внимание на наших новичков, как минимум двое из них оказались... Напоминаю, Райану Куперу предстоит последний заезд. Если он выиграет его, то станет абсолютным победителем этого уикенда Супер Промоушен. Да, сегодня Купер просто не... Мы начинаем первый раунд! Первый раунд! Да, друзья мои, уверен, я ребята готовы сражаться в последнем. Ha ha ha!
полагается. Сегодня вы были свидетелями замечательных бой. Все участники полностью оправдали ваши ожидания, особенно хочется отметить Райана Купера, этот уникант оказался для него. Что скажете? По-моему, это тянет на новый рекорд. Быстрее может только большой Мейвезер из бокса. Но это и не списковый рекорд. Let's go.
Ростовский ВЧР два раза подтвердил свое прозвище. Сейчас ему придется собирать обломки своей аэродинамики в сейфас. Итак, посмотрим.
шоу. Это же Иван Тарковский из Атлантида. Давай прошлый ночью полярного вкуса полицейских и будем поблизости собой нашего солидного люди. Ну вот, здесь зашли четкую болезнь и попытки день. Если вы еще не заметили, где остается? Yeah.
We'll be right back.
целый упоет своим братцы, а под уже одерживает победу за победой. Сейчас у нас выиграет один заезд, и он станет лидером уикенда. Надеюсь, он справится. Это невезение. Райан Купер точно не в восторге. И его дыхание...
Где еще будет стать отношение, как и на шоссе 318? Life.
групп участников это будет интересно. Поэтому я сорвутся с места буквально в любую секунду. Ну-ка, приготовились. Прося! Слышите это? Слушайте!
Надо же, как не повезло сегодня по утро. Надо было за что там все случилось. О, а вдруг другое, это еще что-то...
два купа ошибок стали на так называемой повестке. Просто она болит снимать, теперь вот полный ПМС не смогу достойно ответить. Как же так вышло? Да, похоже, с полом придется серьезно поговорить. И зрение на руку не снимать. Говоря уже о куче вопросов, когда вы мне не придется отвечать. У меня ее, а это нехорошо. Мне такие люди не нужны. Ладно, Лёва, ты сейчас тоже в своей команде, будто бы знаешь что, оставайтесь с нами. Как я уже умер, Лёва? Или Клин? Да, вот. Алло, гараж! Ну, вообще, был Роман Карлов, такая замечательная супа была, увы, теперь именно была. Впрочем, похоже, он уже размышляет для вас так много. И теперь только два... Да, чёрт я. Друзья мои, Роман Купер только что показал нам, что он растёт. И не только такой, и Карлов, сука, не рада. Да, бедный Карлов просто глотал. Представитель команды Apex Glad действительно опасный момент. Я могу сказать, что вы надолго заходите. Что?
Thank you.
случится. Мне сообщили, что уровень скорости вызвал Гугла на поединок. Сегодня они выяснят раз и навсегда, кто из них быстрее. Скорость одного дома из-за этого.